Каждый день с 8 утра до 14 часов эти студенты будут трудиться в 4 различных студенческих отрядах. Кроме ежегодных, строительного, экологического и медицинского отрядов, в этом году впервые заработает и волонтерский. Ребята в его строю в честь 25-летия независимости Казахстана будут благоустраивать 25 дворов. Они вот приступают 1 июля, у них пятидневка, суббота, воскресенье отдыхают до 31. 31 наличными получают заработную плату. В основном эта сумма 25 тысяч за вычетом пенсионных начислений. И плюс где-то в ноябре месяц, в октябре-ноябре они получают республиканскую доплату, которая будет составлять 17 с копейками. Часть ребят строительного отряда уже работают в зоне отдыха Джасыбай. Остальные будут трудиться на объектах предприятий города. Экологический отряд будет убирать и облагораживать территорию от улицы Кунаева до Старого кладбища. 10 студентов ежегодно работают в крестьянском хозяйстве «Флора», а молодые медики 2 сезона проработают в поликлиниках и городской больнице. Как нам предложили, я сразу согласилась, потому что мне охота получить, я студент, и мне охота в дальнейшем получить опыт, чтобы в дальнейшем работать. И как бы это реальная возможность узнать больше. Наша цель заключается в том, чтобы помогать медицинскому персоналу, оказывать им помощь, и нас более 30 человек. Ребят с началом трудового семестра поздравили руководитель Центра развития молодежных инициатив Раушан Садыкова, начальник штаба Гульнар Каримова и работодатель Александр Кулаков. Все они пожелали ребятам удачи и продуктивной работы и напомнили про соблюдение техники безопасности. Ребята, в свою очередь, в торжественной обстановке дали клятву добросовестно выполнить всю порученную им работу. Мы вступаем в ряды бойцов студенческих молодежных отрядов. Принимая присягу, торжественно клянемся на протяжении всего трудового семестра гордо нести звание бойца молодежного строительного отряда. Клянусь!